Так, и сейчас мы посмотрим, как определить, готова ли к пена, к приклеиванию чего-либо, к чему-либо. То есть при нанесении пены как бы нужно выждать какое-то время, чтобы пена максимально расширилась уже, и какую консистенцию нужно, как определить, что пена готова. Вот, то есть вот этот образец, пена только что нанесена, как бы еще не готова. То есть мы просто берем, допустим, пальцем, либо чем. Это видно. Вот, то есть тыкаем на пену, вот, и видите, просто она лопается. То есть ничего от нее не остается. То есть если мы приложим пену в таком состоянии, то как бы ничего не останется, и она не приклеится. Вот, то есть выжидаем минут 5, вот, и пена должна быть стать такой. То есть мы когда палец прижимаем, она начинает тянуться, то есть она стала клейкой уже. Вот. И тогда уже можно приклеивать ее смело. Вот. Ну-ка не упустить момент, потому что если уже образовалась пленочка, она уже не приклеится. Вот. То есть уже можно приклеить на нее что-то, вот, и она уже становится такой вот тягучей. И все. И просто контролируем, если что-то легкое клеим. В течение 5 минут еще контролируем, чтобы, потому что немножко расширение еще есть. Вот, контролируем, чтобы оно не появился у нас зазор, допустим, как в данном случае плинтус мы клеили. Вот, контролировать, чуть-чуть прижимать, либо зафиксировать чем-нибудь. Спасибо. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и будут новые видео.